Привет! Вы уже в курсе, что 21 августа здесь, в Грин-парке, состоится благотворительная фотосессия «Доброе лето». И давайте я расскажу вам о тех, кто будет делать для вас прекрасные снимки. Итак, нашу акцию поддержали Павел Зацарный, Влад Винников, Виталий Плотников, Даурена Белхаятов, Инна Степанова, Ксения Шалькина, Владимир Вершинин, Руслан Мукашев, Максим Гладков, Оксана Винникова, Виталий Зыбин и Юлия Козлова. А Евгений Лукьянов и Наталья Халикова снимут фоторепортаж. Шикарные фотозоны для вас готовят в студиях «Грани стиля» и «Люмьер», а цветочные украшения для самых летних фотографий подготовят флористы из студии Елены Романовой. Эти ребята большие профессионалы, все это знают, но еще очень отзывчивые люди. Скажем спасибо им за их труд и встретимся 21 августа здесь, в Грин-парке, на фотосете «Доброе лето».